Искусственный интеллект – тема сегодня бурно обсуждаемая. Кто-то боится нашествия роботов, а кто-то создает и совершенствует их каждый день. Мы держим в руках гаджеты и общаемся с роботами, иногда даже не подозревая об этом. Роботы отвечают нам в службах поддержки, звонят, чтобы напомнить о записи к врачу или сообщить о выгодном предложении. Съемочная группа Первого областного познакомилась с сотрудниками Active Business Consult. Под брендом VS Robotics команда разрабатывает IT-решения, в том числе голосовых роботов. 10 лет назад компания АБК начинала свой путь в финансовом секторе как агентство по урегулированию задолженности. Сегодня АБК является аккредитованной IT-компанией, а созданный ей робот-оператор научился распознавать речь и даже настроение собеседника. Робот продвигается очень успешно, потому что, соответственно, это очень хорошее, эффективное решение для многих компаний, для банков, для интернет-провайдеров, для ЖКХ-компаний. В последнее время у нас много появилось. Это позволяет экономить денежные средства в значительной мере. Илья Уман – один из тех, кто помогает превратить нули и единицы в робота с искусственным интеллектом. Пришел в компанию в 2017 году. Начал путь с отдела обучения, но понял, что перспектива за роботом-оператором. И несмотря на 6 лет за плечами в обучении и должность руководителя направления, перешел в IT на стартовую позицию разработчика скриптов. Это сотрудник, который переводит сценарий диалога робота с клиентом в код. Коллектив и руководство такое стремление поддержали и помогли его реализовать. Главное для меня – это уровень и компетентность моих руководителей. Я всегда могу прийти с любым вопросом, они, скорее всего, будут знать на него ответ. И есть возможность все говорить честно, открыто. У нас такая абсолютно доверительная атмосфера. Вот для меня это очень важно. Я всегда могу прийти к ним с какой-то идеей, мы можем ее развить, а дальше я вижу, как эта идея реализовалась и имеет место свое в рынке. Начать карьеру в IT можно как с базовыми знаниями в IT, так и без них вовсе. Сегодня в команде АБК вместе с Ильей Уманом строят диалоговые скрипты больше 30 программистов-разработчиков. А обучать искусственный интеллект помогают 50 специалистов отдела подготовки и разметки данных. Здесь не требуется специализированных знаний, только внимательность и хорошее знание русского языка. В компании АБК есть возможность начать свою карьеру с нуля, при этом пройти предварительное обучение. Есть возможность обучаться уже в процессе работы, как в дистанционном формате, так и в очном формате. Наши сотрудники управления проводят с персоналом, проводят различные тренинги, начиная от базовых знаний Excel, заканчивая навыками тайм-менеджмента и публичных выступлений. Дружный коллектив, зоны отдыха и даже собственная студия звукозаписи – это и есть современная IT-компания в Орловской области. Андрей Погосян, Илья Афонечкин, телеканал «Первый областной».